Маленький город Проприано находится в глубине залива Валенко на юго-западе Корсики. Здесь, за церковью, которая возвышается над Средиземным морем, новый строительный проект позволил археологам найти руины античных зданий. Сначала команда во главе с Филиппом Шапоном обнаружила некрополь, состоящий из 72 захоронений. В амфорах, сделанных на севере Африки, лежали останки новорожденных детей. В могилах нашли мало предметов. Это говорит о распространении христианства и отказа от языческих обрядов. В захоронениях IV века и более позднего времени предметов постепенно становится все меньше. В корсиканских захоронениях III века сохранились некоторые приношения. Мы находили горшки, масляные лампы, монеты, стеклянные флаконы. Но потом, с приходом христианства, то есть уже в IV веке, погребальный инвентарь постепенно начинает исчезать. Можно найти только несколько редких монет или стеклянных осколков. Распространение христианства в этом месте подтвердила новая удивительная находка. Археологи, к своему удивлению, обнаружили здесь множество церквей, датированных VI-XIII веками. Здесь, на территории древнего Проприано, мы нашли широкие рвы водосборного колодца, которые были позднее засыпаны. В них лежало много керамики, привезенной из Северной Африки. Выше находится здание с полукруглой апсидой. В центре видны следы алтаря, отпечаток алтаря, который не сохранился. Эта маленькая часовня появилась позже некрополя и была частично разрушена из-за строительства ангар. Поэтому археологам неизвестна ее связь с двумя другими церквями, обнаруженными в нескольких метрах от часовни. В восточной части церкви сохранилась штукатурка, покрывавшая внешние стены. А рядом можно войти в дом священника. Здесь он переодевался к литургии, здесь готовили к службе покойных. Вот тут сохранился порог и лестница, по которой можно было попасть внутрь часовни. Несколько ступеней, и мы оказываемся в центре церкви. Внутри часовни оказывается гораздо меньше, чем кажется снаружи. Вот тут видна полукруглая апсида. Во время службы духовенства могло сидеть на этой полукруглой скамье. Здесь тоже сохранились следы алтаря. Очень важен найденный рядом некрополь, который тоже свидетельствует, что город был большим. Последняя находка – круглое здание, где находилась крестильная купель. Баптистерий может свидетельствовать о том, что в городе располагалась резиденция епископа. Некрополь находился на окраине античного города. Результаты раскопок показали, что Проприано был важным морским городом и портом. Он занимал выгодное стратегическое положение для развития торговых связей с другими островами. Юлия Минеева, Сергей Ивашко, Дарья Шейнок, Никита Токарев, Инфокс.